вспомнить, и как-то так стало на место, что я сразу вспомнил, что каждый раз, когда мы играли тогда, раньше, в году 86-м, что-то происходило и даже произошло. И вдруг она вспомнилась опять, уж не знаю, что должно произойти. Но первый раз, когда мы играли, вдруг на сцене неведомо откуда появилась вот такая маленькая девочка. Это не иллюзия, не галлюцинация, мы имеем фотографии. Босая, она танцевала здесь. И после конца песни мистически исчезла. Что это значило, ответить я не могу. Это не та девочка. Подходит к концу. Мир, как мы его знали, и Бог с ним. За последние тысячу лет мы постигли печальную часть науки. Настало время заняться чем-то другим. Мой взгляд, и мы опять попадем в эту сеть. Навери мой номер, и я отвечу тебе. Хочешь ты того или нет? Скажи мне слово, и я смогу его петь. Мир, как мы его знали, подходит к концу. Мир, как мы его знали, и Бог с ним. За последние тысячу лет мы почти печальную часть науки. Настало время заняться чем-то другим. Чем-то другим.
Ведь твой взгляд не был, опять попадем в эту сеть. Набери мой номер, и я отвечу тебе. Хочешь ты домой или нет? Скажи мне слово, и я смогу его петь. Мир, как мы его знали, подходит к концу. Мир, как мы его знали, и Бог с ним. За последние тысячи лет мы достигли печальную часть того. Настало время заняться чем-то другим. Осталось время заняться чем-то другим.